Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. Я продолжаю гонять Kickstarter 3. Что ж, ребят, я нашел проблему, в чем баг был с этим несчастным кораблем, который не появлялся. В общем, загвоздка была не столько в прокачке, сколько в том, что нужно было сюда прибыть, вы не поверите, просто тупо днем, а не ночью. Если прибыть днем, получить квест, то, пожалуйста, вот она, кровавая Мишель. Все. Все очень просто. Теперь самое простое, это конечно, просто взять их на абордаж. Желательно, как я понял. Приличный урон мне нанесли, гаденыши. Мелкий уже пошел на дно. Сейчас и ты отправишься следом. Тикс, тикс, тикс. Не знаю, ребят, не пробовал утопить. Может быть, если затоплю, тоже, в принципе, зачтут. Кто знает. Это неизвестно. Особо проверять сыкотно. Потому как опять придется по новому воевать. Пробуем затопить. В принципе, да, затопление тоже засчитали мне. Как смерть этого несчастного. Даже еще лучше. Мне хотя бы не пришлось с ним воевать. Я просто его затопил. Тихо, мирно. Пойдем сдавать. Ну, здравствуй. Я сделал, что-то хотел. Проваливай, я не в настроении. Так, теперь, что хватит сил для достижения поставленной цели. По-любому, тут один из всех кошмарил. Один пират кошмарил других пиратов. Гениально, на одном корабле. Так. Глубина твоего облегчения. Так. Окей, окей, ну что? С ней займут очень много времени. Прошло несколько часов, вот, собственно, и все. Что нужно знать о создании государства? Шедевральный, ребят, вы все поняли, да? Все? Все стало понятно? Так, это не просто, не так, явно сложно, как нас убеждает... Понятно, придержащие. Подытожим, нам нужен флот, чтобы расстроить снабжение колоний и перехватить военные конвои. Нам нужна поддержка банкиров и торговцев, и в довершении всего нам нужно захватить все колонии. Пустяк. Конечно, два пальца об асфальт. Рад, что вы не теряете духа перед лицом трудностей, действительно. Так. Вот, окей, одну минутку. Так. Понятно, она, короче, будет с банкирами, толстосумами разговаривать, а я должен тут разгребать все остальное дерьмо. Окей. Недели через две, но, возможно, на задержки. Окей. Проваливай, я не в настроении. Отлично, теперь займемся флотом. Есть идеи. Ну, армада нам, очевидно, не нужна, мы все равно не сможем тягаться с европейскими флотами. Нам нужен флот каперов, способных действовать независимо и быстро реагировать на любые ситуации. Вы читаете мои мысли, полагаю, вы уже придумали, как собрать такой флот. Как ни странно, да, свободные капитаны и пираты, это, зачастую одно и то же, прекрасно подходит для наших целей. Проблема в том, чтобы заставить их всех или хотя бы самых известных из них меня слушать. У меня есть одна идея насчет на этот счет. Вы, я думаю, знаете, что на этом острове, поскольку он является пиратским прибежищем, стоит резиденция их главы, хотя его функции состоят скорее в судействе в спорах, нежели в каком-то прямом управлении. Тем более, человек, он занимающий эту должность, неизбежно пользуется большим уважением, и его слова имеют большой вес для любого пирата. Понятно, ты хочешь, чтобы я маленько ему почикал кишочки. Хм. Понятно. В общем, ребят, мне нужно навалить маленечко люлей местному главарю пиратов. Супер. Это ж так просто. Он крутой фехтовальщик, я в этом не сомневаюсь. Плюс по умолчанию они бессмертны. Не знаю, ребят, попробуем. Если повезет, то с первого раза пройду. Если нет, то придется реально кач-кач-кач. Проваливай! Так. Нет, я зайду, пожалуй. Здорово, Кэп. А, конечно, тебя на бой, как или иначе. Так. Ты уже третий вызывает его на бой, ну надо же. Хм.
Вау! Пацак реально дерзок. Пацаны, спасайте. Чё? Пацки. Ух ты. Где у него хпшки, я не пойму. В чем прикол? Ух ты, да ты большой рубака, я смотрю. В основном только рубящими владеешь. Вау. Главное не попасть. Главное не попасть по горячую руку. Вау. Да господи, покажите мне его хп. Я хочу знать, сколько у него их. О, неплохо. Да ладно, я замочил его. Обалдеть. Я, если честно, не надеялся. Повезло. Отлично. Теперь я здесь главный понятник. Нифига себе, все, теперь все меня ненавидят. Круто. Так. Понятно, 2 недели надо это потусить. Ох-ох-ох-ох-ох. Так. Что ж, посмотрим. Пираты восхищенные, контрабандисты дружелюбные, торговцы нейтральные. Все остальные меня ненавидят. Патент у меня уже пропал. Несмотря на это, до сих пор звание есть, да? Прикольно, прикольно. Так. Чё это? Пиратский знак. Члены берегового братства. Шикарно. Тикс, тикс, тикс. Это... Все меня практически ненавидят. Весело будет. Что поделать. Сейвимся, ребят, сейвимся. Так, это же таверна у нас. Да. Ну чё, мужик? 2 недели ждать. Могу я просить вас об одолжении? Достичь Сан-Хуана за 6 дней. Тут, в принципе, недалеко плыть. Ну, поехали, я тебя доставлю. Там какие испанцы. Окажите мне услугу, капитан. Нет, чувак, ну Монсеррат сам плыви, как хочешь. До Сан-Хуана я бы еще сплавал, а вот Монсеррат, конечно, извините, увольте меня. Это удовольствие. Что такое ты хочешь? Чувак, ты копейки мне предлагаешь, у тебя сейчас совесть есть. Так, что у нас здесь есть такое, чтобы могло при... Финоко пролен в Сан-Хуане. А, ни то, ни другое. Тогда просто отплываем. Мужика сопроводим. Так, сейчас мы июля, да? У нас 2 недели. 21 числа, ну лучше 22 сюда вернуться. Так, сейчас, кстати, все будут меня атаковать. Я еще не подремонтировался. Отчаянно. С моей стороны. Это очень даже отчаянно, однако. Ну ладно. Надеюсь, мне повезет и меня не затопят очень быстро-быстро. Тикс-тикс-тикс. Французишки плывут. Хотят меня замочакать. Так, могу я втихушку пробраться в город? Прокрасться в город, порт Сан-Хуан. Отлично. Братишка, скорее всего, сидит наверняка в таверне. Будет найти. Вау, убегает от меня так сразу по принципу. Он убийца. Чего вы сыкуете-то? О, господи. Наверно. Ладно вам. О чем вы хотите поговорить? О чем вы хотите поговорить? Чем могу быть полезен? Могу я просить вас об одолжении? Понятно. Так, чувак, я прибыл сюда. Ты где? Почему не хочешь сойти? Зашибись. До сих пор сыкуют все.
Да ёшки-матрёшки. Ай. Ай-яй-яй. Сейчас будет больно. Мужики, вы чё? Вы чё, озверели все? Я никого не трогал. Вопрос. Ну, зачем ты решил на меня напасть, мужик? Какой-то вопрос. Кто же следующий? Понятно. Я хорэ вам на меня нападать, я не виноват, что вы все лезете. Сумасшедшие. И понимать. Давайте маленькие кишки вытащу. Проветрить. О. Я надеюсь, тебе понравилось. Такс. Что мы имеем? Мы имеем совсем бешеных на этом острове. Иди сюда. Тоже мне солдат. Солдафон. Желающие. Барыга. Готов. Извини, барыга, но ничего не поделать. А вообще опыта не дали. Ну я так для интереса ее рубанул. Мало ли. Потанцуем, ребятки. Крутой мужик. Держи. Доставай свою шпагу. Да. Орудуете шпагой, как веником. Так же неуклюже. Зажрались дворяне. Что поделать? Вперед. Ты какой, а, шустрый. Думал, так просто все будет. С лягушки те. Гады. Уроды. Уйдите от меня. О, господи. Какой-то баб идет. Мне почему-то практически урона не наносит. Стража прибывает потихоньку. А, вот пошла. Жара, я просто очень быстро восстанавливаюсь. Понятно. Даже вот по мне он рубанул. Оказывается, просто они слишком слабые для меня все. Поэтому я так легко их положу. Понятно. Чё ты меня смотрел? Ждал чего-то другого? Странный мужик. Ай, поцарапал. Сейчас уже не так восстанавливается. Потому что пропускаю много ударов. Держи. Держи, братишка. Что толстый? Думаешь, крутой? На, маленько убри. Самая малость. Обана. Блин, я их ложу, но они постоянно все воскрешаются. Смысла нет никакого, абсолютно. Даже если в резиденцию попаду. Закрыто.
Ну ладно. Закрыто так закрыто. Делов-то. Да блин, дайте мне просто пройти, я хочу уйти отсюда. Можно я просто уйду? Это принципиально важно с вами воевать. Мужик, я по твоим бровям вижу, что ты боишься умереть. Куда ты, зачем же ты на меня лезешь? Странная у них логика. Боюсь умереть, но буду нарываться. Так, дамочки, умираем. Текс, чувак, я могу как-то с тобой перетереть пару вопросов или еще что? Как мне тебя доставить? В город более спокойно проникнуть я не могу, не все на меня агрятся. Как бы я не хотел. Вон, сразу опять. Вот ты как разошелся. На, держи. Весело, короче, я не смогу завершить это задание. Жаль. Да и форт я навряд ли захвачу. Он крепкий. Чувака, что ли, затопить? Да, задачка. Задачку. Извини, братиш, пожалуй, мне придется тебя проигнорировать. Пока, хотя бы временно. Плыть дальше. Пока. Торговцы плывут, сразу видно. Торговцы никогда не хотят на меня нападать. Они просто плывут тихо-мирно. Тихо-мирно, никого не трогая. В основном они нападают только военные конвои. До 13 июля должен был чувака сопроводить, но увы. Печалька. Да, я на, типа якобы нападу, но как я это сделаю? Я беру, встаю на курс. А ему приказываю атаковать. В итоге они его убивают, я уплываю. Профит. Считай, я себе не подпорчу как бы репутацию, типа по принципу, ну подумаешь, затопили парнишу. С кем не бывает. Правее возьмем, чтобы сильнее на ветер встать. Парнишка пошел работать, я отсюда аж вижу. Фрегачит. Фрегат, серьезная задачка. Выпала против него. Давай глубже заплывай, не стесняйся. Не надо ж тишняться. Блин, фрегат меня нагоняет. Как ни крути. Серьезно. А, 2-4. 2. Там линкор вообще. Варшип есть, офигеть. Что серьезные военные корабли. Не халабала. Они его затопят, ё-моё. По-моему, психанули, поплыли к нему. Ну. Поняли, что меня бесполезно догонять. Станем полностью на ветер. Он до сих пор еще жив, нифига себе. Да, скорость 4-1. Он быстрый. Ладно, пофиг, уходим в море.
Не смогли они его затопить по-быренькому. Жаль. Однако жаль. А могу я его корабль продать? Просто в прикол. А я верь в вашем распоряжении, капитан. Нет, не могу. Но можно типа обменять. Понятно. Извини, братишка, но никаких манипуляций с твоим кораблем делать не намерен. Так, а в магазин, да, я могу там продать его вещи? Нет. Недоступен. Этот прикольный недоступен. Чоколад. Мне попался чоколад. Где-то я добыл его. Такс. Понятно. В порт. Ну ладно, ребят, пожалуй, придется помучиться, дождаться до 22 числа, вернуться сюда, и тогда уже начать запись. Пока что я не знаю, что делать. Бессмысленно только плавать, на маленьких нападать. Ну и все, как-то на этом. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.